Да, это было очень весело. Ты взяла алгебру, дашь списать? Да кто ее делает? Вообще не пригодится в жизни. Ребята, училка идет! Коди, блин, что ты так орешь? Я ее боюсь. Итак, класс, привет. Здрасте. Так, а почему все вместе не сказали? А потому что мы вас боимся. Еще таких три слова, и я на вас докладную директору пишу. Ну давайте, напишите нам-то что. Так, еще раз напоминаю, мой предмет самый важный. Мы это давно поняли. Задолбал. Итак, хватит болтать! Сдавайте, записывайте тему урока! Ты сделал алгебру? Нет. Блин, и я не сделал. Записали? Да. Теперь я проверяю домашнее задание. Так, вы что, не сделали моё ДЗ? Ну все, точно докладную директору пишу. Ну если вы не сделали, будет контрольная. Нет! Чё? Вот видишь, надо было делать. Да. Вот, блин, влипли. И что нам делать? Я не знаю. Я тоже не знаю. А давайте фильм какой-то посмотрим вместо урока. Каждый кто-то из класса так говорит. Давайте посмотрим фильм Нет, будет контрольная! Как же она нас достала. Все, точно докладную директору пишу. Задолбала, Гримза, старая. Итак, ребята, всем привет. Я Коди, и это рубрика «Бред от Коди». И сегодня у меня очень полезный выпуск. Что делать, если всех задолбала училка? Мне кажется, во всей школе есть училка, которую все ненавидят. А если нет, давайте покажите мне эту школу. Итак, ребята, давайте приступаем к выпуску. Первое, что надо сделать, надо выбесить училку, чтобы она ушла из школы. Во-первых, кто будет Джеймс Кивер, конечно же, это самые крутые парни в школе, а еще... Все, точно докладную пишу! Да она задолбала на нас докладные писать! Мы когда-нибудь ее выбесим? А, не знаю. Это сложно. Ага, еще как. О, итак, это не помогло! Я предлагаю сделать более... получше способ. Это спеть веселую песенку на день учителя. Ей. Думаю, это будет очень весело. Итак, класс, сегодня день учителя, а вы меня даже не поздравили. Ну да, вы этого не заслуживаете. А что я заслуживаю? Вы заслуживаете нашу песню. Песню? Да, мы ее придумали сами. Хотите, споем? Давайте, соглашайтесь. Ну ладно, отниму тогда у вас несколько минут перемены, если вы так хотите спеть песню, а урок уже идет. Тем более мы должны сегодня много успеть, поэтому отниму у вас несколько минут у перемены. Итак, ребята, давайте, начинайте. Мне очень интересно послушать. Днем учителя, женуха! Самая тупая, самая злая. Уходите! Вы нас задолбали! Что? Уходите из школы, все вас ненавидят. Вы нам в школе не нужны. Учить других свой алгебре. Да вы вообще... Всё! Ну это пипец! Значит, сегодня будет у вас дополнительный классный час, где вы будете с вашим классным руководителем разговаривать на эту тему неуважения к учителям. Стоп. Что? Допились.
Нам когда-нибудь удастся ее выбесить? Я думаю, что нам никогда это не удастся. Дебильную песню мы спели. Надо немного другую спеть. Тем более мы вообще не умеем петь. Угу. Это еще лучше. Мы ее попробовали выбесить. Ага. Так, опять разговоры. Задолбали. Ура, все-таки мы ее выбесили. Ага. Да, у нас был дополнительный классный час, и нас ругали. Итак, ребята, следующий пункт. Это постоянно над ней делать пранки. Но выбесить ее у нас получилось, но она не ушла еще из школы. Сейчас я, знаешь, что сделаю? Что? Кину в нее шарик с водой. Ну ты точно к директору попадешь. Я уже представляю этот момент. А представляешь ее реакцию? Да. Да, это будет смешно. Ага. Итак, ребята, всем привет. И пожалуйста, хватит ржать на уроке. Вас с первого этажа слышно. Вас тоже слышно с первого этажа? Начинаем урок. Чё? Все же вас в классе ненавидят, это могли сделать все. Это мог сделать кто угодно. Значит, Коди, иди сюда и вытирай со мной! Хотя нет, ты сейчас пойдешь к директору, а ты, Джон? Я? Будешь вытирать эту лужу, понял? Но это же не я! Да мне плевать! Коди, к директору пошли! Что? Нет! Нет! Я надеюсь, Коди не выгонят из школы. Я тоже на это надеюсь, ага. Без него будет так скучно. Угу. Все, я выйду. Ребята, это тоже не получилось сделать. Меня чуть не выгнали из школы. Слава богу, что вообще не выгнали. Но самое плохое, что эта училка не ушла. Ладно, я пусть уйду из школы. Но пусть за мной эта училка уйдет. Итак, класс, давайте записывайте тему урока. Вот хоть кому-то она нравится. Не мне, не мне. Точно не мне и точно не мне. Нет, нет. Нет, не мне. И мне тоже не нравится. И мне тоже. И мне тоже. Хватит разговаривать. Сегодня у нас очень интересная тема, и тем более сложная. В алгебре не бывает интересных тем. Согласен. А вы уйдете из школы когда-нибудь? Что? Ну все! Коди, на место сядь! Да ну сядь на место! А! Уходи! 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 А, задолбали! Ушла? Не знаю. Еще нет. О, ты новенькая? У нас места нету, прости. Я не новенькая, я новенькая из учителей. Что? Ваша прошлая учительница по алгебре и геометрии уволилась. Она переехала в другой город. Теперь я ваша новая училка. Итак, что вы проходили с учитель... Что вы проходили с прошлой учительницей? Ура! У нас получилось! Ура! Она добрая, интересная, я не знаю. Хватит болтать! Что вы сделали? То, что должна была сделать всегда. Хватит болтать на моих уроках, задолбали. Вы самый худший класс, но я от вас не уйду. Потому что в этой школе хорошо платят. Блин.
Мне холодно. Сам виноват. Пришла такая же училка. Угу. Ну что, будем над ней также подшучивать? Да, да. Мне шарик с водой. Еще. Я тебя убью в прямом смысле. Пожалуйста, не убивайте меня. Сам виноват. Задолбал уже. Пришла самая... Пришла точно такая же училка. Угу. Все училки по алгебре и геометрии не могут быть добрыми. А, да, к сожалению, мои советы зрителям не помогли. Да и так эта рубрика же называется «Бред от Коди», поэтому... мне можно, поэтому... Советы могут и не помочь.